там наши местные частушки. Ракадачикада, 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 ракадачикада. Кошмар. Ладно, я здесь убиваюсь, она мне тут. Будем заглушать это, только этот способ. Я буду здесь петь песни Тимати. Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмири и... Асква Тима. Не настолько громко. Я сейчас объясню вам. Дело в том, что у нас по соседству есть ресторан, в котором сейчас какой-то праздник, и они начали петь именно в тот момент, когда мы сели снимать видео. Нам могут поставить страйк за авторское право, потому что эта музыка, которая там играет, возможно, на нее есть авторские права у кого-то. Поэтому мы даже не знаем, выйдет ли это видео в эфир. Мы просто ничего не можем с этим сделать. Мы закрыли окна, мы находимся на высоком этаже, и все равно звук идет туда. У Фати был такой вариант, давай заплатим им, чтобы они заткнулись. Второй вариант. Петь песни лейбла Black Star и заглушать это дело. Быстрее словно AMG на Supreme LV. Два город на скрайне, скоро наша ОВХ. Стрессовно, АМГ. Что мы здесь сравниваем? Такое ощущение, что вы из конопли сделали, понюхай. Вполне возможно. Это же Black Star. Я так хочу пить, на улице очень жарко. Мы уже по дороге выпили одну такую колу дополнительно. Мы сегодня будем сравнивать Black Star и... Макдональдс. Да. На Фатином канале уже вышло видео полного обзора Black Star бургера. Так что обязательно заходите на ее канал, подписывайтесь. Ссылка будет в инфобоксе, закреплена в комментариях, в общем, везде. Это кайф. Это МакЧикен. И вот такой вот гамбургер, на котором ничего не написано. Мне его рекомендовал продавец. Она сказала, что он очень вкусный, что он с грибами. Очень рекомендовала. Я ей сказала, что я блогер и покупаю еду для обзора. Она сказала, что это необычное и интересное то, что есть у них. Также, кстати, с нами случился такой казус. Вернее, не со мной, а с Аск Фатимой. Когда она пошла приобретать всю эту красоту в Black Star, ей не положили... Что тебе не положили? Картошку с сыром. Да, и это делает три маната. Я на самом деле уже привыкла, со мной такое случается всегда. Я не знаю, это какое-то проклятие или это просто я невезучая. Напишите, если с вами тоже такое бывает. Вечно, особенно когда я готовлюсь к съемкам видео, что-то да забудут положить. Надо открыть и все при них посчитать, посмотреть, все ли там. Однажды мне не доложили где-то 8 суши-роллов. После этого, когда я считала где-то суши-роллы, на меня смотрели как на больную. Честно, ну везде. Вчера с мамой заказали кусок. Кутабом. Я снимала влог для канала. Кстати, он тоже скоро будет у меня на канале. Короче, заказали 6 кутабов с мясом. Пришло 5 кутабов с мясом. Пожалуйста. Если сотрудники Black Star нас смотрят, мы хотим отметить, это большой минус, я считаю. Как можно забыть что-то, то, что я заплатила вообще нормально? Вы задолжали мне картошку. В таких условиях я не... Я сказала не ей. Зачем? Потому что мы должны в видео это все съесть и попробовать. А что, мы сейчас не видео мы снимаем? Ну, сейчас не тот момент. Какой момент? Какой? Когда он настанет? Какой момент? Вот сейчас! Дорогие друзья, мы сейчас будем сравнивать картошку и картошку. Налетай! Спасибо! Наконец-то! Мы не будем шуршать. Давайте сразу это уберем, чтобы не шуршать. Давай. Убираем. Классный. Картошку в Макдональдсе я люблю, но я уже говорила, что она очень тонкая. Это мне не нравится. Здесь еще тоньше, по-моему. Сырный соус из Black Star Burger. Мне он очень понравился. Натуральный вкус у него. И берем сырный соус из Макдональдса. Красавчики. Здесь нет фирмы соуса. Здесь обычная упаковка, прозрачная. Я видела, что они наливают его из упаковок, на которых тоже нет никакой наклейки, никакого лейбла. Просто обычная упаковка из-под соуса. А это Хайнц. Да. В общем, это фирма X. Возможно, они тоже сотрудничают с Хайнц, просто не рекламируют его. Картошка мне больше нравится у Макдональдса, потому что у Black Star Burger она вообще не соленая. Не соленая? Вообще не вкусная. С одной стороны, это хорошо. Да, реально, она какая-то пресная. Невкусно. Надо было все-таки твой способ спуститься вниз, предложить им денег, да, чтобы они заткнулись. Я не знаю, будет ли слышно в видео, как на втором плане кто-то поет. Даже не поет, орет, убивается.
Там наши местные частушки. Ракадачикада. Кошмар. Если мое видео заблокируют из-за ихних частушек, я отвечаю, я спущусь. Подадим, и их спущу потом. Подадим в суд. Я согласна. Картошка из Макдональдс получше. Далее следующие у нас наггетсы. Я хотела взять 6. Но туда схватим и сказал, 6 мало. И мы взяли 9. Я голодна. Мы сняли уже целое видео, я все еще голодна. Вот так вот выглядят. Наверное, они привычны всем. Еще в подарок шел соус. Я пробую наггетсы из Black Star Burger с соусом от Black Star Burger, который я уже начала есть в прошлом видео. А я из Макдональдс. У них очень натуральный вкус, неплохо. В Макдональдсе вообще ничего натурального нету. То есть это понятно, что это не курица. Я не знаю, кто это, но это точно не курица. Наггетсы с привкусом бабушкиных куриных котлеток. Это хорошо на самом деле. Это что-то иное. Это не как эти классические фастфуды, которые однотипные, делаются из сои и из непонятной массы. И мясо там, если даже есть мясо, то его маленький процент там в составе. Теперь я пробую Black Star Nuggets, назовем его так. Даже вид соус. Даже вид у них натуральный, смотрите. Форма какая-то нестандартная. У всех разная форма. Пахнет тоже прикольно. Ну как, барабанная дробь. Мне больше нравится Макдональдс. Великий целитель. Великий целитель. Великий ценитель наггетсов Айка выбрала Макдональдс. Может, это не настолько вредно и так далее, но вкуснее Макдональдс. Хотя тоже не факт, что не вредно. Все равно это жирно, там много панировки. В рекламах Black Star Burger всегда акцентируют внимание на том, что они используют натуральные ингредиенты, не замороженные продукты, все у них свежее и из настоящего мяса. Где нож наш? Вот. Сейчас я тебя этим ножу. Итак, первое, что мы делаем, делим макчикен. Твой любимый макчикен. О, хрустящий, там курочка. Обожаю макчикен. Ой, какая курочка. На тебе, Айка, ты у нас слабачка, не можешь снять. Просто один обсирать. На тебе. Пробую. Я пробую, можно сказать, если не впервые, то второй раз в жизни этот макчикен. И я не помню, понравился он мне в тот раз или нет. Но если бы он мне понравился, то я бы его чаще покупала. Я думаю, наверное, он мне не особо нравился. Посмотрите сблизи, кто никогда не видел макчикен. Это наггетс. Я показываю. Вот что ты вот сразу... Как я начала показывать, то уже сует. Ты ешь. Где наши соусы? Я уже съела. Очень вкусно. Если взять Big Mac, Big Tasty, они не сравнятся с Макчикен. Для меня самое вкусное это Макчикен. Реально, она права вкусна. Мне нравится. Я вообще люблю, что круглое, что содержит хлеб сверху и снизу, и посередине что-то вроде котлетки, то есть бургеры. Я люблю все. Мне недавно предложили снять челлендж про голубцы. Я ответила, что я не особо люблю голубцы, поэтому не знаю, получится ли их с аппетитом кушать или нет на камеру. И мне сказали, как это, Фатя, реально? Ты же любишь все. Так что есть все-таки
У людей уже ассоциируется что-то. Фатя. Фатя любит все. Да. Я не видела такого, что у Фати нет аппетита. Проблемы с этим. Хотя в детстве я уже рассказывала как-то, я была очень трудным ребенком в этом плане, я вообще ничего не ела. Да? Угу. Ты ничего не ела? Потом мне удалили гланды, и как-то я повзрослела и как-то изменилась. Я вообще в детстве тоже была таким, знаете, капризным ребенком. Ничего не ела, постоянно капризничала, была худенькая. И все спрашивали мою маму, почему вы не кормите этого ребенка. Вот то же самое у нас. Бедная моя мама страдала. Знала бы она, что дочка вырастет и станет успешной. Фудблогером. Фудблогером. Будет есть столько всего. И еще снимать обзоры. У всех теперь еда ассоциируется со сквадимой. Хотите узнать, что вкусно? Узнать. Хотите узнать, что вкусно? Спросите у Асхватима. Давай барабанная дробь. Снимаем. Снимаем крышку. Это черный бургер из черного хлеба. Пахнет он чем-то горелым. О, какой большой, да. Он прям говорит, съешьте меня, съешьте, давайте я для вас прилетел в Баку. Давай, бери свой кусок, я его потом возьму. Это выглядит весьма-весьма аппетитненько. Спасибо. Теперь я показываю. Здесь лук. Смотрите. Опять лук. Она начала свое нытье. Здесь лук. Здесь много воды. Я не могу, я наелась. Ой, ну тоже мне. Здесь много лука, конкретно много лука. Я с тобой не могу не согласиться, могли бы поменьше лука положить. У нас, например, везде, даже если вы заказываете донер, спрашивают, класть лук или нет. Здесь не спросили. Угу. Просто с луком и все. Вкусно. Плюс еще, кстати, у них интересная такая форма. То есть футболки и такие типа татуировки. Мне кажется, да. Очень интересно в тему под Black Star. Если кто не видел, можете подробно посмотреть у меня в Instagram. Я выкладывала стори. Оставь популярным, чтобы люди потом тоже могли смотреть. Оставлю. Мне нравится. Вкусно, но если бы не было лука, на мой взгляд. Просто я не понимаю, у них в этих черных бургерах какой-то привкус дымка. Как будто он обгорел. Это такой вкус хлеба. Я сейчас попробую хлеб отдельно, чтобы понять. Да, это от хлеба. Да, это вкус черного хлеба такой. Но я ела обычный черный хлеб, такого привкуса не было. Да, это от хлеба, ты права. Я попробовала, если честно, мне не очень нравится. Получается, что у нас Макдональдс победит. Мне вот все нравится в Макдональдсе. Мы попробовали картошку. Мне картошка понравилась больше у Макдональдса. Мы попробовали наггетсы. Мне больше нравится у Макдональдса. Мы попробовали соусы. Опять же, мне больше нравится у Макдональдса. Для меня однозначно выигрывает Макдональдс. Это вкусно, я не могу сказать, что это невкусно. Даже наггетсы вкусные, но все равно как-то... Я распробую еще эти наггетсы. Айка меня подсадила на эти наггетсы, на самом деле. Да, она не любила, я ей показала, что это самое вкусное, что вообще бывает на земле. Ну прям. Да, а что может быть вкуснее наггетсы без Макдональдса? Хинкали твоей мамы. Ну это... Как пример, да. В общем, у нас в этом батле выигрывает, конечно же, Макдональдс, на мой взгляд. На твой взгляд? Тоже. Вообще, они умеют делать вкусную еду. Это вот, что я люблю. Если честно, я расстроена и даже немного разочарована. У меня были большие ожидания
от Black Star Burger. Он у нас недавно открылся. Может быть, в вашей стране он давным-давно уже работает. У нас, можно сказать, где-то дней 10, как есть Black Star Burger. И мы не можем сказать, что мы прям в восторге. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Мы вас всех очень любим. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Также обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, чтобы быть уведомлены о наших новых видео. Также мы спрашиваем вас, ваше мнение, что же нам снять в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь. Всем пока! Пока! Как изменить все это, я уже не знаю. Тебя мне не заметит, я на другая. А мы на пропасти стоим, не понимая. Как потеряли мы с тобой ключи от рая, ключи от рая, ключи от рая. Но неужели всем было связано с этой пару? Уже конец января. И вот я молча стою, смотрю на тебя, мы просыпаемся вместе, но ты не моя. А ведь надо было стать, хлопнуть по столу, сказать, не отпущу тебя с собой, заберу. И все.